получили вот такую посылочку с интернет-магазина. Это мойка высокого давления «Хютер». Предназначена она для мойки транспортных средств, фасадов зданий, дорожек, садовых принадлежностей. У нее мощный электродвигатель и алюминиевая помпа. Мощность 2,5 ватт. Максимальное давление 200 бар, рабочее давление 135 бар. Рабочий расход воды 430 литров. Сейчас с вами распакуем и посмотрим. Да, и производитель, я не сказала, производитель Германия, город Берлин. Как она работает, постараемся показать вам. Распаковываем коробку. Естественно, при получении мы ее открывали, но содержимое не проверяли. Сейчас смотрим, что внутри. Заводская упаковка. Так. Все в разобранном виде. Вот содержимое коробки, очень много запасных деталей, и вот она сама мойка. Сейчас соберем, и затем я вам покажу, как она выглядит в собранном виде. Ну вот, мойку собрали, выглядит она таким образом. Вес этой мойки 16,5 килограмм. Есть катушка, на катушку наматывается провод. Провод длиной 8 метров. И с обратной стороны. Так, и это пеногенератор. Он идет в комплекте. Будем пробовать. Купили автошампунь для бесконтактной мойки. Так называется этот бренд. Сейчас попробуем мыть машину, используя этот автошампунь. Сделали сбивку грязи. Теперь будем мыть машину шампунем. Ну и теперь завершающий этап.
Машина помыта, чисто, все блестит. Агрегат хороший, однозначно советуем покупки. А всем желаю добра, здоровья, позитива. Всем пока-пока.